Центр пространственных исследований. Многие знают нас как геоинтеллект. Работаем с 2003 года, уже 15 лет будет в этом году. Из них 8 лет проекта геоинтеллект. Проект, который позволяет быстро, дешево и более-менее точно оценивать локации в тысячи городах России. Выпустили в 2013 году, по сути, единственный инструмент, который позволяет достаточно быстро оценивать место, в котором есть различного рода информация. Это население, конкуренция, карты и так далее, доходы и прочее. То есть человек кликает на карту и делает либо анализ города, либо анализ конкретного места. Единственное, что мы делаем сами, это население, вплоть до дома. Вот. А все остальное – это партнеры. Это известная компания Tugis, это Beeline, это есть ряд молодых компаний, такие как Locomizer, например, которые дают данные смартфонов и прочее. То есть есть объединение различных данных в одно место. Если сравнивать, то раньше это действительно были заказы на такую описательную статистику, но сколько здесь чего живет, сколько ходит, и все. А дальше человек сравнивает зоны, да? Сравнивает, скажем так, делает рейтинги зон. Вот это лучше, вот это хуже, да, вот на таком уровне. То есть сейчас людям этого мало. Сейчас нужно, чтобы был прогноз прям в выручке, сколько денег принесет это место. И есть заказы на такие прогнозы, на такие модели, на такие инструменты. То есть не просто как бы, что здесь больше, здесь меньше, а уже сколько здесь должно быть. То есть это уже предиктивная аналитика, это уже прогноз. В следующий будет рекомендательные сервисы, что нужно сделать, чтобы было так. У нас в активе 200 клиентов, из них 65% – это форматы у дома, то есть в основном мелкоформатные. Это отвечает трендам ритейла, когда ты открываешься уже не в большом гипере, не в ТЦ, а уже в стрит-ритейле. Это есть общий тренд, чтобы быть ближе к потребителю. Одну зону посчитать – это несколько секунд. Человек, если пойдет в поле и начнет смотреть этажи, да, смотреть, сколько машин проехало и так далее, он на это потратит, ну, как минимум день-два. Раньше на это тратили там до месяца. Сейчас это один день, несколько секунд. То есть это сильно в несколько десятков раз увеличивает темп решения, да. Но на самом деле это еще одна сторона. А вторая сторона, нужна еще точность. Вот. И многие хотят, чтобы решение было таково, чтобы она учитывала и информацию о рынке, о выручках других магазинов. Это очень щепетильный вопрос, и на этот вопрос может ответить ОФД. И поэтому мы сейчас с ними работаем для того, чтобы сделать сервис в ближайшее время, чтобы, не отдавая этой информации, человек мог прогноз получать более точный для определенных групп ритейла. Зона важна транспортная, на автомобиле такая-то, например, там 10-15-20-30 минут, например, для DIY. А для продуктового ритейла зона на машине, она уменьшается с годами, потому что рынок растет, больше становится конкурентов, они отъедают, и зона сама становится маленькой. Вот Зельгросс сказал такую цифру, что около до 10 минут, дальше не поедут в Зельгросс, например. То есть мы это делаем, исходя из портрета и знания, как из портрета клиентов, как люди приезжают в магазин. На чем? На машине или пешком? Если дискаунтер, то пешком. Какая зона? Они разные, да? Это может быть 5-10 минут. Как правило, это все на уровне лени человека. Дальше 10 минут я не пойду в Дикси, например, да? То есть у них не очень большая зона пешеходной доступности. А в Окей я поеду, там, например, специально, или в метро Кашанкири я поеду специально. У них большая зона доступности, поэтому здесь это нужно, вот в инструменте есть эта зона для них, а эта зона для них. И важно еще, чтобы они друг от друга отъедали. Сколько отъезд выручки или населения, две зоны. И мы сейчас развиваем партнерскую сеть, и мы видим большую перспективу геоаналитики в интеграции с другими решениями, например, 1С. То есть, если у вас есть какие-то данные, вы не хотите отдавать, то вы можете, имея 1С, можете визуализировать на карте какую-то аналитику. И вот у нас первые пилотные такие программные решения уже созданы. И вот сейчас хотелось бы, как бы, чтобы это все продвигалось.